Всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня видео о том, как сделать своими руками вот такие красивые серединки. Их можно использовать и для бантиков, и для цветочков. Делаются они просто и быстро. Диаметр этой серединки 18 мм. Сделана она из бусин диаметром 6 мм. Можно использовать бусины большего размера, если нужно получить серединку большего диаметра. Для работы понадобится бусины, у меня бусины 6 мм, небольшой кружок из фетра диаметром 1,5 см, стразовая цепочка, нитка с иголкой, пинцет и клеевой пистолет. На нить в два сложения при помощи иголки я набираю 6 бусин. Соединяю их в кольцо, завязывая узелок. Делаю несколько узелков и обрезаю нить. Из квадрата фетра со стороной 1,5 сантиметра делаю основание для серединки, срезая углы. Беру пинцетом основание за самый край и наношу горячий клей, не задевая пинцет и не доходя до края примерно 1 мм. Ложу основание на стол, который предварительно застелила бумагой, чтобы не испортить поверхность, и аккуратно присоединяю кольцо из бусин к основанию. Поправляю и прижимаю бусины к фетру. Клей наношу достаточное количество. Пространство внутри кольца примерно наполовину заполнено клеем. Бусины надежно соединены друг с другом и с основанием. Но не стоит наносить слишком большое количество клея, так как в середину кольца нужно будет углубить еще одну бусину. Отмеряю и отрезаю от стразовой цепочки 6 небольших отрезков, так чтобы длины отрезка хватило закрыть верхнюю и боковую часть вместе соединения бусин. У меня это отрезки, состоящие из 3 страз. Переворачиваю цепочку стразами вниз и беру пинцетом за верхний страз, так чтобы кончики пинцета не выступали за заднюю поверхность, чтобы на них не попал клей. И держа отрезок цепочки почти в горизонтальном положении, наношу на него тонкую полоску клея. Держа бусины вертикально, присоединяю верхний страз. Затем присоединяю и прижимаю пальцами остальные. Присоединяю таким образом все 6 отрезков. В центр кольца я помещаю бусину, диаметром также 6 мм. Можно ставить красивый страз или что-то другое на свое усмотрение. Но следует учесть, что чем сильнее вы углубите в центр кольца первые стразы отрезков, тем меньшего диаметра серединку вы сможете вставить в центр кольца. При помощи зажигалки немного опалю края фетра. Серединка готова. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.